Всем привет, друзья! Сегодня выбрались пострелять. Погода, конечно, явно у нас не зимняя. Везде грязюка такая, что мама дорогая. Так вот, сегодня у нас на тесте маленькая такая пулеметная лента на 50 выстрелов, если я не ошибаюсь. Ну давайте для начала сравним маленькие петарды, как стреляют по звуку и как будет стрелять пулеметка. Вот такие взяли мы моллюски. Одна двух выстрелка, как Корсар первый, а одна с фитилем. Давай с фитилем попробуем. Горит. Вот так. Корсар первый стреляет. И Корсар первый на два выстрела. Так. Теперь предлагаю стрельнуть пулеметку. Есть. Есть. Так, пулеметка. Давайте еще раз по маленькой бахнем, чтобы могли мы сравнять звук. То же самое. На два выстрела и на один выстрел. Так. И на два выстрела. Так. Теперь я предлагаю стрельнуть пачкой целую упаковку вот таких пулеметок. Ну, для того, чтобы их поджечь все вместе, нам понадобится, наверное, донор на порох. На донор мы возьмем вот такие петарды К0204С. Они, как оказались на тестах, бестолковые. Значит, мы из них возьмем просто порох. Сейчас мы насыпем центр пороха и попробуем это поджечь, чтобы сразу все наши пулеметки поджигнулись. Так, ломаем. Сейчас посмотрим, конечно, сколько в них пороха. Если там нет ни заглушки. Не, есть порох. Это, наверное, дым, вспышка. Две штучки, наверное, возьмем на всякий пожарный. Внимательно смотрите, ли все фитили в порохе у нас. Лучше, конечно, дорожку делать, потому что вспышка будет сейчас, чтобы руки, конечно, не повжигать. Такое, ребята, кстати, не повторяйте. Это мы так побалуемся. Мы, можно сказать, профессионалы своего дела. И хотим вам показать, как стреляют в связке пулеметки. Было. Вот такая вышла у нас сегодня пулеметная лента. Посмотрим. Вроде бы все сорвались. Ну, конечно, не факт. Чуть-чуть намусорили, но мы, конечно, это уберем. Всем спасибо, друзья!